Алексей, добрый день. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали на данную выставку? Торгово-промышленная палата является организатором коллективного стенда Самарской области. Мы привезли 5 компаний самарских, субъектов малого и среднего бизнеса. Показательно 5 компаний, 3 из которых являются членами палаты. А скажите, какую продукцию привезла с собой Самарская область на эту выставку? Мы привезли с собой соки, конфеты, привезли с собой разного рода снеки. То есть это достаточно широкая линейка, но мы привезли с собой субъектов малого и среднего бизнеса, потому что нам вот наша цель вывести их на внешние рынки, оказать им содействие в выходе на экспорт, в поиске потенциальных партнеров. А есть уже зацепки какие-нибудь на второй день выставки? Зацепки, безусловно, есть, но покажет, я думаю, 3-4 день уже. Либо это выльется в какие-то конечные экспортные контракты, либо в налаживание каких-то потенциальных связей. В идеале экспорт в какие страны вы бы хотели наладить? Традиционными странами для экспорта для нас является Иран, является Китай, безусловно, Средняя Азия. Алексей, спасибо вам огромное. Надеюсь, у Самарской области все получится. Большое спасибо.